Всем привет, народ. Сегодня еду сейчас своего друга, заберу одного. И так как наболело очень много вопросов, от ребят пишут очень много, сравнивают. Сейчас народ активизировался в плане покупки, да, что покупать, какой дрон и так далее, для каких там целей. Спрашивают, какая камера и для каких целей как бы подойдет там, то есть хватает ли Мэвика камеры фантомом, различается ли картинка, сильно отличается или нет. Ну, сегодня посмотрим, не знаю, я хочу, вот сейчас мы поедем куда-нибудь в тихое место. Во-первых, я хочу еще, так как я проводил тест там, ну, дома, пропеллеров, которые тихо работают на Mavic, и которые обычные пропеллеры, типа, громче работают. Мы сегодня посмотрим с вами вместе, да, и я как бы так, ну, в двух словах прикинем, что это такое, стоит ли вообще оно. Ну, вот мое сразу мнение, я вам скажу, кому не хочется долго смотреть, что не стоит того, потому что как бы я об этом уже говорил, а тем более сейчас, когда долгое время пообщался с этими пропеллерами, понял, что они тем даже неудобнее намного, потому что когда вот эти вот лепесточки тоненькие, да, они очень так, как бы, ну, как вам объяснить, когда ты начинаешь сумку убирать, они везде цепляются, везде как эти, знаете, как будто он весь в иголках, реально, ну, блин, ну, реально неудобная вещь, как бы так для себя сделал вывод, если бы они были бы лучше чем-то, да, или тише там и прикольнее, то, наверное, Spark там и Mavic Air выпустили бы уже с новыми пропеллерами, да, с, ну, как бы, как вы видите, там старые пропеллеры стоят, они более надежные, ну, в общем, не стоит того, это они так, как эксперимент, походу, выпустили. Тем более для себя сделать какие-то выводы. Я просто вспоминаю себя, когда я только искал дроны, да, и таких подробных обзоров очень мало было, и как бы смотрел в основном просто распаковку и калибровку там, и такие вещи, которые в инструкции написаны, в принципе. Вот. А вот именно вот какие-то такие нюансы, наверное, было бы мне интересно посмотреть. Ну, я думаю, вместе с вами посмотрим, так что едем за Пашкой. Забираем его и едем снимать. Надеюсь, все получится. Вот он как раз и звонит. Все, всем пока. Пока. GoPro же у тебя есть. Зачем ты вот так вот мучаешься? Такая срань эта GoPro. Это просто отстой, блядь. Реально, тебе говорю, Паш. Ну, она для определенных целей просто, я тебе говорю. То есть нужно снимать именно экшен такие, ну, то есть ее ставить на шлем там или еще что-то. Звука вообще никакущий, но нету реально звука, просто нету, он отсутствует. Сказка, да. Короче, сейчас будем испытывать, народ, пропеллеры, сейчас послушаем. Просто здесь как бы тишина нормальная такая вроде. Дома я испытывал, но дома это одно, там комната, там шум, микрофон не так берет. Сейчас микрофон стоит. Сейчас я подключу просто поближе, чтобы слышно было. Вот так вот работает у нас. Те, которые взяли заявку. Вот типа тихо, да? Да. А потом картинку ставим. Давай. Ну. Вот так вот. Включили? Я включил. Запись пошла. Дубль первый. Запись идет. Раз, раз. Дубль первый. Кадр 14. Пошла. Хлопушка. Хлопушка. Сейчас послушаем, как звучат нормальные пропеллеры, которые родные к нему идут. Сейчас он найдет у нас точку домой. Thank you.
Типа тихо, да? На спортрежиме. В небеса уйдем. Включаем спорт. Ой! Ё-моё! Ну куда же? Слушай, а он что-то вообще под этим. Смотри! Вишенный какой вообще! Волну поймал, ветер, ветер. Ни хрена себе! Вон чайка сразу за ним, видишь? Да, слушай, вообще. Ну на спорте он вообще просто, я не знаю, что вытворяет. Мы за чайкой погоняемся, а? Догоним мы ее. Потоки ветра поймал. Не, на спорт режиме он просто бешеный. Я не знаю, как это вам передать, ребят. Ну реально, не знаю, Майя мне как-то ближе вообще, вот, ну, по сути. Смотри, что делает Паша на спорт режиме. Просто. Это же жизнь какая-то. Это крутится, смотри как, Паш. А он, смотри, смотри, что умеет. Как пятого поколения МиГ сейчас летает. Слушай, ну вообще вещь. Так там, такую запись дает. Ну да, я же на видео снимал все, да. Так, давайте перебежим в простой режим, а то я сейчас у меня это... Ну реально он становится просто бешеный на спорт режиме, это что-то. Ну короче, вот нам самое главное было вам передать звук, мне это хотелось понять, да, и картинку. Остальное все в ролике доснимем, мы еще. Одна такая важная вещь. Я сейчас буду говорить, кстати, рядом стоять, Мэвик снимает, и я говорить буду, будет слушать. Сейчас поедем, короче, усилитель для фантома покупать, антенны посмотрим. То есть, грубо говоря, мы вот в этом месте летали, он отлетал где-то 348 метров, мне максимально показывал. Вот, сейчас купим, не знаю, на 9 косарей стоит у официалов на выпуске. Сейчас купим, попробуем, потом обязательно снимем обзор, скажем, как чего. Все, всем пока. Паха, попрощайся. До свидания. Йоу-йоу, YouTube.